Доброго времени суток, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Нас сегодня с вами, как это бывает, не так много, по пятницам в 13 часов. В принципе, большое количество инвесторов на сегодняшний день есть в нашем проекте. Но, по большому счету, далеко не все хотят зарабатывать деньги, да, и далеко не все делают ставку на то, чтобы получить дополнительный источник дохода. Кто-то не сильно в это верит, кто-то не хочет делать какие-то дополнительные простые действия, хотя они элементарны, да. Вот, а кто-то... Но по каким-то причинам вообще, скажем так, не хочет напрягаться для того, чтобы в его жизни что-то изменилось в лучшую сторону. Претензий в этом направлении никому нет. Каждый выбирает, да, свой путь сам. Одно могу сказать, что партнерская программа, по сути дела, это инструмент, который вы можете использовать для того, чтобы в вашей жизни произошли изменения в лучшую сторону. То есть я не хочу, скажем так, ставить во главу угла деньги и говорить, что вот только ради денег надо что-либо делать, но тем не менее, деньги – это те средства, на которые вы можете реализовать какие-то свои мечты, прийти к каким-то целям, решить какие-то свои жизненные вопросы, которых, я думаю, у всех очень много. Я вижу, что Владислав, приветствую вас, поставил плюс 10. Я предполагаю, либо это температура сегодня в Херсоне, у вас так тепло, либо вы меня хорошо слышите. Вот. Я вижу, что у нас сегодня есть люди из Израиля, да, приветствуем, скажем так, землю обетованную. Вот, у нас есть Людмила, предполагаю, что она из Новосибирска, хотя могу ошибаться, да, есть Надежда из Риги, Олег из Бишкека, Братск у нас присутствует сегодня, Надежда, рад вас видеть, да, то есть, в принципе, нас не так много, но мы сегодня с вами поговорим о той возможности, которую предлагает проект компании Skyway Capital, о возможности создания источника постоянного дохода до момента выхода группы компании Skyway на международный рынок транспорта с технологией, да, и на международный рынок инвестиций, либо на международный рынок финансов. То есть в тот момент, когда мы выйдем на этот рынок, у вас будут уже пакеты акций, которые вы приобретаете. Я предполагаю, что те, кто люди сегодня находятся на нашем вебинаре, ну как минимум хотя бы один минимальный пакет акций они купили. Если есть те, кто еще пока никого не ничего не купил, ну, возможно, данная информация, которую вы сегодня получите, она не будет, скажем так, навязчивой, долгой. Постараюсь вам просто объяснить основные положения партнерской программы. Может быть, она вас подвигнет тому, чтобы вы начали становиться инвестором сначала, стали инвестором, да, это будет более правильно сказано. И в дальнейшем, возможно, будете делиться информацией о той возможности, которую дает компания Skyway Capital. Стать инвестором, стать совладельцем крупнейшей в будущем, недалеком, да, транспортной технологии, которая, потенциал которой 30-50% всего мирового транспортного рынка в ближайшие годы. Вот. Соответственно, данная технология будет использоваться. Мы с вами инвестируем в продукт, который будет выходить на мировой рынок в 2017 году и далее. Да? И этот продукт, который будет потребляться в огромном количестве стран, будет вам приносить доход. То есть, в принципе, вот сейчас я на пальцах объяснил отличие, наверное, да, основное партнерской программы компании Skyway Capital от партнерских программ, которые существуют в мире MLM бизнеса. Хотя этот бизнес мне очень импонирует, я его очень люблю, у меня большое количество людей, которые занимаются MLM-бизнесом в каких-либо компаниях, начиная, скажем так, от продажи зубных паст, заканчивая продажами, скажем так, скидок на заправку на каких-либо АЗС там, в Америке и так далее. Эти люди помогают реализовать ту продукцию либо услуги, которые их компания выводит на мировой рынок, но для того, чтобы стать, скажем так, совладельцами той компании, в которой они работают, им нужно создавать многомиллионные товарообороты в долларовом эквиваленте, чтобы компания им предложила стать совладельцами какого-либо пакета акций небольшого. У нас, в принципе, сегодня маркетинг настроен на то, что вы даете информацию людям, вы сразу же становитесь совладельцами нашего проекта, и в дальнейшем все те, кто по вашим рекомендациям придут в наш проект, приобретут пакеты акций, да, и попутно могут заработать проценты по маркетинг-плану нашей компании, будут получать пусть маленькую, да, часть, но, как мы говорим, с каждого построено километра дорог по технологии, разработанной Юниским. Вот это основное отличие. То есть, если среди нас сейчас есть сетевики, кстати, поставьте плюсик тот, кто есть, да, таковым. Возможно, вы зарабатываете деньги в каком-то другом сетевом проекте, и в этом ничего плохого нет. Вот. Поэтому вы, становясь дистрибьютором какой-либо сетевой компании, по сути дела, строите партнерскую сеть, создаете рынок сбыта, да, этой продукции. И чем больше рынок сбыта вы создадите, и чем больше у вас будет постоянных покупателей тех товаров либо услуг, вы будете получать деньги по маркетинг-плану. Вот. И вам, чтобы стать совладельцами, скажем так, той компании, в которой вы трудитесь, нужно действительно построить громадную, как правило, это международную структуру, да, и только в том случае компания может с вами поделиться частью собственности этой компании. У нас все происходит по-другому. Вы сейчас инвестируете свое время, деньги, скажем так, духовную, моральную энергию в наш проект, который будет приносить всем тем, кто за вами последует в дальнейшем, очень серьезный уровень дохода. Это как вот вам бы предложили, например,
был бы не Юницкий, а, например, был бы Стив Джобс. Представьте себе, да, конец 70-х годов. Вот, вы также узнали о проекте Apple, в котором была бы вот такая партнерская программа. И Стив Джобс сказал: ребята, у меня вот есть компьютер, который был там в деревянной такой фигне, на гроб похожий, да, с несколькими кнопками отпечатывающей машинки. Вот это все, вот, вот это будет пользоваться спросом огромным количеством людей. Миллионы, скажем так, возможно, даже миллиарды людей на нашей планете будут эти устройства покупать, которые мы будем производить. И если вы сегодня там вложите чуть-чуть, там $100 мне дадите, в дальнейшем вы будете получать там 0,0000 сколько-то центов, да, но с каждого проданного айфона, айпада, макинтоша компьютера, да, там моноблока эпловского и так далее, так далее, так далее. Вот представьте себе сейчас вот эту ситуацию. Стив Джобс, конец 70-х годов, говорит: у меня есть технологии, которые мы будем использовать, и вы будете получать от реализации этой продукции во всем, на всем земном шаре доход. Вот сегодня мы говорим именно об этом. Мало того, у нас есть партнерская программа, да, и вы можете зарабатывать деньги еще до того момента, как вот наша продукция будет расходиться по всему миру. Те, кто считает, что это классно, могут поставить цифру 5 сейчас в нашем чате. Итак, я вижу, что люди добавили, что у нас есть Татарстан сегодня присутствует, да, Галина из Анапы, я вас очень рад здесь видеть на нашем вебинаре. Вот. Погода, я думаю, у вас тоже классная сейчас. Очень хорошие воспоминания у меня об отдыхе прошлым летом именно в Анапе. Красивое чистое море. Спасибо вам за ваши пятерочки. Вот. Давайте, наверное, перейдем тогда непосредственно к маркетинг-плану. Вы знаете, сегодня я сделаю одну вещь, которую, в принципе, еще никогда не делал. Вот пройдет еще 4 минуты, я зайду в раздел настроек сегодняшней вебинарной комнаты, да, неважно, сколько людей будет в это время, и нажму кнопку «Заблокировать вход». Не потому, что я такой противный, я просто хочу проверить. Всегда, когда начинаются какие-либо мероприятия, я думаю, большинство из вас все-таки меня поддержит, я всегда говорю о том, что нужно быть вовремя. Да? Если вы идете, например, на балет «Щелкунчик», неважно, в Москве, в Питере, там, в Минске, вы почему-то стараетесь быть до момента того, как, скажем так, заиграет оркестр, да, откроются, скажем так, эти большие длинные, как их называют, шторы, портьеры, я уже забыл, как это, занавес, вот, короче, да, и начнется действо. Если вы едете куда-либо на каком-либо виде транспорта, и вы знаете, что поезд отправляется, там, например, в 19:53, вы четко понимаете, что если вы придете в 19:55, то лучшее, что вы сможете увидеть вдалеке, да, это, скажем так, 4 огонька последнего вагона данного поезда. И было бы здорово, если, допустим, мы стали с вами практиковать при создании партнерских структур, например, в разных городах, если вы проводите живые мероприятия и так далее, что мероприятие начинается во столько-то, да, и там... Вы знаете, например, в театре, да, после третьего звонка есть театры, где до сих пор это, скажем, на сегодняшний день используется, вход в зал запрещен. Хотите, в антракте зайдете. Вот. Поэтому вот сейчас, через 3 минуты, после того, как я начну сейчас давать информацию, я заблокирую вход и разблокирую его после того, когда вы начнете задавать свои вопросы. И, кстати, посмотрим вместе с вами, извините за грубое, может быть, слово или нет, какое количество людей ввалится в нашу комнату. Приветствую Вологду. Вот, вот потому-то мила мне всегда Вологда, помните, да, слова? Приветствуем Украину. Вот, солнечную, дружелюбную, где живет огромное количество людей, моих знакомых, друзей, с которыми я всегда с удовольствием встречаюсь. Вот, приветствуем Челябинск, Лисичанск. До сих пор помню, скажем так, тот момент, когда появились первые виды импортного пива. Я жил тогда в Харькове, и появилось хорошее, вкусное пиво из города Лисичанска. Там был изображен мужчина в такой большой шляпе. К сожалению, забыл название. Да и пиво я давно не пью. Итак, друзья, начинаем наш вебинар. То есть мы сейчас с вами рассмотрим те квалификации, которые есть по маркетинг-плану нашей компании. Вот, мы с вами рассмотрим пример, расчет дохода, да, по дополнительной бонусной программе, которая у нас введена буквально с февраля месяца, середины где-то. Да. И мы с вами в конце обсудим новости, потому что одну новость я вам скажу. Она хорошая. Прошу вас напомнить мне ее, хорошо, в конце вебинара. Итак, коллеги, партнерская программа, как я уже сказал, это действительно отличный инструмент сегодня увеличить ваш доход. Ваш доход, который вы можете использовать туда, куда вам необходимо его использовать. У кого-то, может быть, есть кредиты, у кого-то есть дети-внуки. Эти дети-внуки хотят там каких-то подарков, хотят чему-то научиться, да, есть какие-то кружки, секции и так далее, и так далее. Друзья, зарабатывайте здесь деньги, затрачивая 7-10 часов в неделю, информируя людей о том, что у нас есть, да, и зарабатывайте эти деньги. Ничего плохого в заработанных деньгах нет. Плохое может быть в том, на что вы их будете использовать. Если вы будете заработанные деньги использовать, скажем так, на наркотики, там, я не знаю, сигареты, там, пьянство и так далее, то это плохие деньги.
Если вы будете их использовать, скажем, на то, чтобы увидеть этот мир, помочь своим родным и близким, я не знаю, там купить себе что-то, о чем вы давно мечтаете, то это будут хорошие заработанные деньги. Да? То есть деньги сами по себе – это просто энергия, а как вы ее будете использовать – это уже ваше право. Бизнес вы можете создать с кем? С людьми, которые вас окружают. Причем, чем мне нравится, скажем так, сама идея MLM-бизнеса, да, как его называют, либо бизнеса по партнерским программам, что вы можете создать коллектив единомышленников, коллектив тех людей, с которыми вам комфортно работать. Это, кстати, одно из преимуществ данного вида бизнеса, потому что если вы работаете по найму на кого бы то ни было, где бы то ни было, да, вам приходится работать в том коллективе, который вас приняли, и сидеть на том месте, где вас посадили. Да? Хорошо, если коллектив хороший. Хорошо, если руководство, скажем так, душевное, скажем, открытое и так далее. Хорошо, если, скажем так, ваше руководство стремится к тому, чтобы вы сами развивались и как-то этому способствует. Плохо, если всего этого нет. Да? Если вас пытаются обмануть, если вас там пытаются использовать 23 часа в сутки и час дают поспать. Вот. MLM-бизнес, он позволяет вам самим формировать тот коллектив, ту команду, да, потому что его еще называют командным бизнесом. Вот. А мне очень нравятся командные виды спорта. Кстати, если среди вас есть те люди, которые любят командные виды спорта, ну такие как футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, может быть гандбол кому-то нравится, да? Вот. Может кто-то любил бегать эстафеты, неважно какие, биатлонные, лыжные, там, легкоатлетические, можете поставить цифру 5 в нашем чате. Потому что командные виды спорта, они опять же приводят зачастую команду к успеху только тогда, когда все члены команды, которые в ней принимают участие, да, у них есть общая цель. Они все отрабатывают полностью на поле, там, ну, на полную катушку, да, тогда получается результат. Если есть те, кто любит футбол, вот сейчас в Англии есть такая команда, называется Лестер. Там нет ни одной звезды фактически, да, там нет ни одного человека, кто получает очень большие деньги. Но команда, благодаря тому, что механизм налаженный, играют все, кто на поле, отдаются полностью, сейчас идет на первом месте чемпионат Англии. А за ней там многомиллионные звезды, которые есть в команде Арсенал, Ливерпуль и так далее. Но это пример для тех, кто любит футбол. Итак, коллеги, 5 квалификаций сегодня есть по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Возможно, скоро будут изменения. Опять же, о новостях я скажу. Есть статус клиента. То есть человек, который просто зарегистрировался у нас на сайте, да, он, попадая в статус клиента, с этого момента у него есть возможность получать информацию о нашем проекте, находить все, что находится внутри личного кабинета, задавать вопросы вам, как наставнику, в Москву специалистам отдела информационной поддержки, прямо из личного кабинета, нажав кнопку «Позвоните». Да, и задать все, что он хочет знать о нашем проекте. Да, Олег, вчера «Шахтер» обыграл «Андерлехт», я тоже поздравляю тех, кто болеет за эту команду. Вот. То есть клиент – это человек, который по большому счету, да, он зарегистрирован, он ничем не обязан. Он может сразу потом разобраться, стать инвестором в вашей команде, да, он может долго ждать, думать о том, что какие шаги ему предпринять и так далее. Вот. Но заставить его стать инвестором мы не можем. Кстати, кнопочку сейчас я нажал «Блокировать вход гостей», поэтому посмотрим, отрабатывает ли сервис то, что он должен отрабатывать. Да, вот сейчас у нас написано 22 человека. Итак, коллеги, квалификация 5. Партнер, консультант, лидер, мастер и эксперт. Итак, чтобы стать партнером, нужно сделать простое действие. Вы зарегистрировались, да, вы заходите в раздел «Инструменты партнера», реферальные ссылки. Когда вы нажимаете на реферальные ссылки, у вас высвечивается баннер, на котором написано, чтобы этот раздел сайта был доступен, необходимо заключить агентское соглашение. Вы нажимаете кнопку «Заключить», открывается текст, вы с ним ознакомливаетесь и в конце внизу нажимаете кнопку «Да, подтверждаю, я согласен». И у вас тут же, после того, как вы соглашаетесь, для нашей компании это является подтверждением того, что вы согласились с условием данного договора, да, у вас появляются реферальные ссылки. Их там 4. 2 из них идут на форму регистрации в личном кабинете напрямую, одна на форму, другая на страницу, где есть форма. И 2 ведут, одна на лендинг партнеров, где человек может ознакомиться с информацией, получить подробно, что за технология, компания Skyway Capital, чем мы занимаемся, посмотреть несколько видео, да, и потом нажать кнопку регистрации на лендинге. Либо на сайт компании Skyway Capital, где он может тоже там полазить во всех разделах, ознакомиться с информацией, нажать кнопку «Регистрация». Соответственно, если он после просмотра информации нажимает «Регистрацию», это ваш реферальный партнер. Если вы работаете со своими друзьями, знакомыми, близкими, родственниками, да, то есть теми, кого вы знаете, и отправили им реферальную ссылку, например, для ознакомления информации на сайте, либо на лендинге партнеров, логичнее всего будет, если вы сможете потом через короткий промежуток времени на них выйти, да, если они сразу не зарегистрировались, послушать их вопросы, вот, и если человек говорит, да, я готов зарегистрироваться,
еще раз дать реферальную ссылку, но, наверное, сразу же на личный кабинет. Чтобы не было такого, чтобы человек как бы остался, скажем так, на какое-то время в покое, брошенный вами, потом он вспомнит, да, блин, мне ж там Ваня, Вася, Петя, Ира рассказали, что есть возможность зарегистрироваться, давай я зарегистрируюсь. Находит, скажем так, любую ссылку в интернете, не вашу, и регистрируется не под вас. То есть я вам рекомендую людей как бы так держать на поводке, некрасивое слово, да, но, скажем так, в своем информационном русле. Будем это так называть. Итак, коллеги, вы подтвердили то, что готовы сотрудничать с нами, подписали агентское соглашение. И с этого момента, если вы кому-то рекомендуете возможность стать акционером компании Skyway, да, Capital, либо стать нашим партнером, кто-то может прийти строить бизнес, причин может быть разные. Кто-то знает, что такое мир инвестиций, да, он понимает, что это перспективно. Кто-то загорелся технологией, просто хочет, скажем так, своей силы, свое личное время направить в нужном русле и помочь нам эту технологию реализовать. Кто-то увидел возможность дохода, кто-то увидел все три возможности, кто-то увидел и возможность самореализации, кто-то увидел возможность создания большой партнерской структуры, стать лидером, воспитать себе там какие-то качества, научиться управлять бизнесом и так далее. Причин может быть много. Вот. Но, тем не менее, вы подписали это соглашение и кому-то даете реферальные ссылки. Если люди регистрируются по вашим реферальным ссылкам и приобретают для себя какие-либо пакеты акций, то с первого поколения это так получается, вы получаете 15%. Если они кому-то дают реферальные ссылки, у вас начинает развиваться структура в глубине, то, соответственно, с глубины вы получаете следующие проценты. 4 со второго поколения от вас, второй уровень, да, это партнеры ваших партнеров. Потом 2% с третьего уровня и 1% с четвертого. Это те проценты, которые компания вам позволяет получать с того товарооборота, который создается на ваших уровнях глубины, при вашем сотрудничестве вас с нами по партнерской программе компании Skyway Capital. Важно понимать следующее, то что те деньги, которые вам начисляются, они идут в одинаковом количестве, то есть на бонусный, на акционный счет. Бонусный счет – это тот счет, который вы можете использовать для покупки акций, для передачи этих денежных средств своим партнерам в личном кабинете и для вывода заработанных денег. Вот. Акционный счет – это тот счет, на который вы можете только приобрести себе пакеты акций, находящиеся в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, на светло-серо-зеленом фоне. То есть не акционные пакеты, не рассрочка и так далее, и так далее. Вторая квалификация называется консультант. Здесь компания вам впервые предъявляет, скажем так, условия, да, которые необходимо выполнить. Вот. Но они достаточно простые. Достаточно приобрести пакеты акций суммарно, либо, скажем так, один, стоимостью от $100 и выше. И чтобы в вашем первом поколении, люди, которые пришли следом за вами, минимум 2 человека повторили вас в этих действиях. То есть их товарооборот был тоже равен 100, либо более долларам. И суммарный товарооборот первого поколения, то есть ваша, либо ваши покупки пакетов акций, и покупки всех людей, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке, должен быть не менее $500 США. Когда это выполняется условие, то вам компания добавляет проценты, добавляет, скажем так, вознаграждение, которое вы можете получать. Первый уровень также по-прежнему остается 15%, на втором уровне добавляется 1%, на третьем уровне добавляется 1%, на четвертом уровне добавляется 1% и добавляется пятый уровень, с которого вам компания платит 1%. То есть добавляется один уровень и по 1% со второго по пятый уровень. Это то, что вы будете получать, став консультантом компании Skyway Capital. Вы знаете, условия совсем не драконовские. Вот предыдущий маркетинг, который у нас был до 18 января, по-моему, да, 2016 года, там было условие, где вам было необходимо самому купить акции на $200 США, либо более, и чтобы в вашем первом поколении минимум 4 человека выполнили то же самое условие. И тогда у вас будет возможность получать вознаграждение с глубины. Да? Вот. Здесь вы видите третья квалификация, которая называется лидер. Если ваш суммарный товарооборот, который вы, скажем так, сделали лично, составляет $200, и в первом поколении минимум 3 человека сделали 200, вы уже становитесь на третью ступеньку квалификации, называется она лидер. Единственное, третье условие, которое необходимо выполнить, это суммарный товарооборот в этом случае вашего первого поколения и ваш личный должен достичь суммы $2000 США, не менее. Ранее товарооборот по старому маркетингу брался со всей структуры. Итак, три условия, если вы выполняете, то у вас добавляется еще один уровень глубины и меняется проценты выплаты целого ряда уровней. То есть вы получаете 15 по-прежнему с первого поколения, уже 6 со второго, 4 из третьего, по 2% с четвертого и с пятого
и 1% шестого уровня. Вознаграждение также выплачивается на бонусный акционный счет в полном объеме, то, что вам положено начислить за выполнение этих условий. Четвертая квалификация, четвертая ступенька нашей карьеры называется мастер. Вот. Мастер – это тот человек, вы понимаете, да, само название обязывает вас уже владеть инструментами, скажем, создания бизнеса, инструментами управления структуры. То есть у вас на этой квалификации может быть крупная международная структура. И для того, чтобы стать мастером, нужно сделать три простые вещи опять. Первое. Ваш личный товарооборот должен быть не менее $500 США. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 человек, которые достигли квалификации лидер. Вы помните, да? 200 личный товарооборот и минимум 3 человека по 200 в первом поколении. Вот. И суммарный товарооборот, вы помните, там не менее $2000 в первое поколение. Здесь же минимум 3 человека лидеры и суммарный товарооборот вашего первого поколения и ваших закупок составляет сумму не менее $5000 США. Когда это условие происходит, выполняется, вы становитесь мастером, и у вас опять же добавляется количество уровней, с которых вам выплачивается вознаграждение, и добавляются проценты. Как это выглядит, вы видите сейчас справа на данном слайде. То есть первое поколение 15, второе 7, третье 4, четвертое, пятое по 2, шестое поколение 1%, и с 7 по 9 уровень компания вам начинает выплачивать по 0,5% с товарооборота, который делает ваша структура. Это на квалификации мастер. Следующая квалификация, которая сегодня является вершиной нашего маркетинг-плана, называется эксперт. Вот. Здесь также есть три условия. Первое условие – это ваш товарооборот личный должен составлять не менее $2000 США. То есть вы купили пакеты акций на сумму $2000. У нас огромное количество партнеров, которые начинали, скажем так, свое взаимодействие с нашим проектом, сразу купив акции на сумму 2000 и более. То есть фактически заложили сразу же фундамент по маркетинг-плану, что они могут дойти до высшей квалификации, по крайней мере, по одному выполненному условию. Второе условие. В вашей структуре должно быть не менее 3 мастеров, то есть тех людей, которые выполнили вашу предыдущую квалификацию. Причем 2 из них в вашем первом поколении должны быть, а третий мастер, он может находиться в любой глубине от вас, но важно, чтобы он не входил в структуру либо в команды первых 2 мастеров. Да? То есть это другая ветка. Если выполнять это условие и суммарный товарооборот, если вашей структуры достигает цифры не менее $10000 США, соответственно, вы получаете максимальный процент на сегодняшний день по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Выглядит это следующим образом. То есть 15% с первого поколения, 7% со второго, 4/3 по 2% с четвертого и с пятого уровня, 1% с шестого, и далее идут раскладка с 7 по 9 по 0,5%, и с 10 уровня до 20 уровня глубины вы получаете по 0,2% от созданного товарооборота вашей команды. По сути, на пальцах это вот тот маркетинг-план, который сегодня действует в компании Skyway Capital. Он простой, реально, да? Ничего сложного в нем нет. В данной таблице вы сейчас можете видеть вот ту самую раскладку, касаемую маркетинг-плана, то, что я говорил и отражалось на рисунках. Партнер 4 уровня глубины, консультант 5, лидер 6, 9 уровней у мастера и 20 уровней у эксперта. И проценты в данной таблице отражают, какой процент вы будете получать, с какого уровня. При условии, что вы выполняете тот необходимый товарооборот в первом поколении, который прописан в самом низу. Вот. И делаете еще тот личный товарооборот, который необходимо выполнять. Данная таблица показывает как раз то, что вы можете получать. Все очень просто. То есть маркетинг, который действительно позволяет довольно легко разобраться и увидеть, с какого уровня вы что можете заработать. Мало того, в личном кабинете сейчас уже реализована функция, она очень удобна. Когда вам идет начисление по вашей работе по партнерской программе, вы видите, за какого человека вам были начислены какие деньги. То есть сейчас у нас эта информация отражается. Теперь дополнительная бонусная программа. Она была запущена у нас в феврале месяце и говорит о следующем. Да? То есть есть. Вы видели наверняка, что максимальный процент, который вы получаете по нашей партнерской программе, это процент с первого поколения, да, то есть фактически за вашу непосредственную деятельность. Вы даете информацию вашим партнерам, они за вами регистрируются, и вы отсюда получаете 15%. Так вот, для тех людей, кто активно продолжает развивать первое поколение, есть дополнительная бонусная программа. Причем, как бы вознаграждение по этой бонусной программе вам может идти как за людей, которые уже давно зарегистрировались под вами, да, и приобретают какие-либо пакеты акций, так и от новичков, которым вы даете информацию сейчас, они только становятся вашими партнерами. Вот мы сейчас в марте находимся, в марте месяце. Как выглядит данный этот бонус? Да? То есть представьте себе ситуацию, что вы начали сотрудничество с нашей компанией, давно это делаете, либо сейчас,
У нас начался март месяц, 1 числа. И под вами в первом поколении была совершена первая проплата, потом вторая проплата людьми, да, третья оплата пакета. За каждую оплату этих пакетов вы будете получать по 15% начисления на бонусный и на акционный счет. Но когда произойдет пятая оплата, то за пятый платеж, хорошо, вам начислят не 15 уже, а 16%. И отдельная транзакция придет к вам на телефон, да, что за предыдущие 4 пакета вам доначислят 1%. То есть фактически это будет соответствовать тому, что все пакеты, которые были куплены в вашем первом поколении, вам за них заплатили 16%. Далее, если продолжает строиться структура в вашем первом поколении, либо оплаты по рассрочке, кстати, да, у вас же могут быть люди, которые купили рассрочку, например, в январе, там, в декабре и так далее. Все эти оплаты учитываются. Шестая оплата, либо транзакция в первом поколении, седьмая, восьмая, девятая. Как только происходит десятый платеж, за десятый платеж вам уже начисляется 17%, и за весь предыдущий сделанный товарооборот отдельная транзакция еще 1% добавляется. То есть фактически за все 10 проплат вы получаете 17% в итоге. Далее вы строите сеть, вы даете информацию людям, 11, там, 13, 15, 17, раз, 20 проплата в вашем первом поколении в течение одного календарного месяца. За 20 платеж вам начисляется 18%, а за все 19 предыдущих вам добавляется 1%. Вот таким вот образом, вот такая мотивационная программа для тех людей, которые являются активными, которые как бы так душой болеют за наш проект, которые готовы делиться информацией с окружающими людьми, делиться нормальным, обычным человеческим способом, без фанатизма, да, без доказываний, без брызгов слюны, вот, без хватания людей за руки там, и так далее, заламывания их рук за спиной и прочее, прочее, прочее. То есть вы просто делитесь тем хорошим, что есть у вас. И у вас может развиваться ваше первое поколение. Какие условия для получения этого бонуса? Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. То есть у нас сейчас идет март месяц. С 1 по 31 марта. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Он может купить пакет 3 марта, 7 марта, 15 марта. То есть все купленные пакеты идут в зачет. Да? То есть у вас могут два человека, если они купят по 10 пакетов, грубо говоря, на протяжении марта месяца, позволить вам получить вот эти все бонусы. Далее, для получения бонуса учитываются покупки пакетов в рассрочку. У вас может быть уже какая-то структура людей, в первом поколении, которые купили рассрочку, например, в декабре, кто-то в январе, кто-то в феврале. И вот их оплаты по рассрочке учитываются при этом бонусе. Это очень здорово. Те, кто считает, что это так, поставьте опять 5 в нашем чате. Пакеты могут быть куплены теми, кто уже зарегистрирован у вас в структуре, то есть вашими партнерами, кто уже состоялся таковым, да, либо новыми, которых вы приглашаете сейчас. Вознаграждение также начисляется и на бонусный, и на акционный счет. Вот это те условия, которые нужно выполнить для получения данного бонуса. На данном слайде вы видите пример расчета, да, как вы будете получать вознаграждение в течение месяца, если люди, приходящие в вашу структуру, либо, скажем, уже в ней существующие, приобретают пакеты стоимостью $50. Мы взяли вот такой пример. Все проплаты в первом поколении $50. То есть, если у вас 5 проплат в первом поколении будет за месяц, соответственно, вы заработаете $40, потому что вы за все эти 5 проплат получите 16%. Если у вас будет 10 проплат, то дополнительно к тем $40, которые я сказал за 5, добавится еще $45. То есть суммарно это будет 85. Если вы продолжаете строить структуру и в вашей структуре будет 20 оплат, то к тем 85, которые у вас уже есть, добавится еще $95. То есть суммарно это будет 180. И если дальше будут продолжаться строиться ваши структуры, за каждую проплату вы будете получать 18%. У нас на рисунке два шарика, да, 21-й там, ну и пусть 22-й. Соответственно, вам еще $18 добавят за две проплаты, которые будут после 20. Суммарно вы заработаете $198 США. С товарооборота $1100 в вашем первом поколении. Ну, это хороший процент, это хорошие деньги. Я думаю, стоит принимать участие в данном проекте, в данной программе. Правила и условия, да, преимущества маркетинг-плана. То есть маркетинг-план накопительный с самого начала сотрудничества с нашей компанией. То есть вы зарегистрировались, вы разобрались в проекте, сами, скажем так, начали давать реферальные ссылки, купили какой-либо из пакетов. Кто-то, может быть, купил даже раньше вас, но вот то, что человек купил, у вас все уже накапливается. То есть все складывается, никогда не обнуляется. Квалификационным считается первый уровень. То есть вы заметили, да, то есть ваш товарооборот и товарооборот вашего первого поколения. Он идет в зачет. У вас может быть маленький, скажем так, товарооборот в первом поколении, а там громадный во втором, там в пятом, в десятом. Но вот
На квалификацию вашу, на рост квалификации, увеличение процентов влияет товарооборот первого уровня и ваш личный. Вывод денежных средств. То есть, как только вы на своем бонусном счете накопите $30 США от рекомендаций, от начислений, вы можете эти деньги выводить. Условия роста квалификации, вы заметили, это объем ваших личных инвестиций и инвестиций партнеров вашего первого поколения. Проинвестировав всего $15, да, по большому счету, есть такая возможность, да, для людей, которые, в принципе, говорят, да ладно, я хочу заработать денег просто, куплю этот пакет маленький и буду просто рекомендовать. То есть, инвестируя $15, вы можете получать $100 в месяц, 200, 1000, в зависимости от вашей активности. Но было бы логично, если вы, купив один раз на $15, да, и понимая, донося людям информацию о том, что реально технологии вот уже будет скоро реализованы, мы сможем получать потом доход от построенных дорог со всего мира, логичнее было потом купить себе все-таки большие пакеты, тем более зарабатывать деньги здесь. Правильно? Кстати, для людей, которые действительно не имеют поначалу там какой бы то ни было суммы денег, на которые могут загореться нашим проектом, отличная возможность зайти, подтвердить, скажем так, статус партнера, начать давать рекомендацию. Но делаю акцент здесь вот какой. Если вы сами, скажем так, еще не проинвестировали, и у вас как бы так денег нет, а вчера их не было ниоткуда, да, лучшее, что вы можете сделать, это давать информацию своему окружению с помощью ваших вышестоящих партнеров, наставников, которые уже могут показать, что они являются владельцами пакета акций и так далее. Потому что если вы сами будете бегать, и вы ничего не купите, а людям будете рассказывать, как это прекрасно, вы знаете, да, как реагируют люди на то, что ты предлагаешь им что-то хорошее, но сам себе этого не взял. В большинстве случаев вам скажут, да, это красиво, это интересно, могу даже так сказать, но, говорит, я покупать пока не буду, пока не купишь ты. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать в этом случае, это использовать по максимуму инструменты, которые у нас есть. Вебинары, презентации, живые презентации в вашем городе. Либо людей, которые вас зарегистрировали в этом проекте. Хорошо, если в вашем городе есть тот, кто вас вживую зарегистрировал, он вас знает, да, вы его знаете и так далее. Это вообще идеальная ситуация. У нас нет необходимости квалификацию подтверждать. То есть единожды выполнив какой-либо квалификационный уровень, он за вами закрепляется навсегда, вы можете получить более высокий, а вниз вы уже не скатитесь, и проценты, которые вы получаете, у вас уже никто не отнимет. У нас достаточно высокий процент выплат, то есть первого поколения до 18% вы можете получать, а до 20 уровня глубины вы можете получать от 0,2% до 7% от товарооборота, который создает ваша команда. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете пригласить за собой в наш проект. Вот я даже рекомендую, если вы даете информацию людям, если люди по вашей информации принимают решение стать нашими партнерами и говорят, да, я хочу, чтобы ты был моим наставником, вот, лучше, что вы можете сделать, так и поступить. Не дарите людей, не расставляйте их в шахматном порядке под тех горячо любимых родственников, друзей, знакомых, соседей, которых вы зарегистрировали, возможно, даже за свои деньги купили им акции, и хотите, чтобы они стали счастливыми и богатыми. Не сподвигнет никого. Как правило, лентяев это не мотивирует. ФОМ неверующих это не мотивирует. То, что им упадет там $15, может быть, $30. Они с удовольствием деньги, наверное, потратят, вот, но могут даже вам спасибо не сказать. А через какое-то время даже обвинить, сказать, слушай, мне там $30, $50 упало, а почему сейчас нет? Почему ты ничего не делаешь, чтобы я зарабатывал? Вот я вам желаю, чтобы таких ситуаций не было. И регистрируйте людей, которые дали вам согласие. Потому что я знаю, что многие регистрируют родственников, покупают на них акции, а потом нужно договором подтвердить, что вы эти акции купили. Вы у них начинаете просить документы, отсканированный паспорт. Они говорят, что я тебе буду давать. А я тебе зарегистрировал акции, а нафига ты это сделал? Да, и понеслась. Еще и поругались, еще не разговариваете полгода потом, да, хотя хотели человеку сделать хорошее. Так вот, не делайте людей счастливее, чем они сами того хотят. Вы не сможете этого сделать. Так устроена эта жизнь. Человек может стать счастливым настолько, насколько он сам хочет. Вы можете ему помочь в этом, да, то есть показать дорогу, научить что-то делать и так далее. А вот сделать его счастливым сами по своему пониманию этой жизни у вас не получится. Потому что у него могут быть другие взгляды. Да? Вы хотите, чтобы он стал поэтом, а он хочет стать художником. Это детство напоминает. Кстати, вот поставьте, пожалуйста, сейчас циферку 5, я сейчас, подождите, мысль закончу. Кто в детстве хотел добиться, там, скажем так, успеха в одном направлении, а родители ему всегда говорили, слушай, вот это классно, вот иди туда. И все время сдавали его в секцию, там, либо с какой-нибудь кружок, тот, который хотели родители, а не в тот, который хотел сам ребенок. Вот если в вашей жизни такое было, поставьте 5. Потому что я с таким столкнулся, я не обвиняю своих родителей, но, к сожалению, так произошло. У меня есть музыкальное образование на баяне, даже диплом, а я хотел учиться на гитаре.
На гитару нужно было ездить далеко. Баян был в школе, в которой я учился. То есть родители выбрали баян. Он был тяжелый, его было, скажем так, неудобно ставить на колени. Были даже там синяки и так далее. Но в итоге, потому что родители платили большие деньги, я закончил музыкальную школу. Я хотел играть в хоккей. Да, в Москве, где я жил, в Подмосковье, в Одинцово, у нас было несколько хоккейных школ, ЦСКА, Спартак, Динамо, Крылья Советов. Но меня нужно было возить тогда, да, вот так вот считалось. Хотя я со второго класса сам ездил в электричке без проблем, для меня никаких трудностей не составляло. Вот. Но, тем не менее, прямо в моей школе, где я учился, опять же, да, в подвале, была лыжная секция. Ну, я вроде неплохо бегал. Занял первое там место в школе, это был, по-моему, третий класс. Мне предложили заняться лыжами. Ну, я там для себя начал заниматься. Родители очень обрадовались. В общем, хоккеистом я не стал. Ну, и лыжник из меня не получился. Хотя я лыжи себе купил полтора месяца назад и с большим удовольствием несколько раз вот зиму зацепил в Подмосковье. Начал учиться ходить коньковым шагом, потому что вот с тех пор, как он появился, я ни разу на лыжах не стоял. Возможно, была какая-то внутренняя память, что я не хотел быть лыжником, да? А сейчас увидел, что у нас хорошая трасса, освещенная даже ночью. Люди семьями приезжают и просто в свое удовольствие физически, скажем так, себя немного напрягают и получают от этого гормоны радости в черепе, да? Вот, и я это снова ощутил, мне снова понравилось. Но уже, скажем так, не за олимпийскими наградами гнаться, а просто для себя. И на коньках я сейчас катаюсь в удовольствие. Вот, к сожалению, говорю, хоккеистом стать не получилось. Хотя очень мечтал, и тот, кто помнит 70-е, 80-е годы, когда сборная СССР обыгрывала всех, кто попадался на пути, те поймут меня, да? Итак, коллеги, еще важный пункт. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусные акционные счета. В принципе, в начале вебинара я объяснил, что это такое, да? То есть с акционного счета вы можете потратить деньги только на приобретение акций. С бонусного счета вы можете их выводить как заработок ваш доход. С бонусного счета вы можете их передавать на счета своих партнеров. Мы это ввели для того, что часто у нас появляется ситуация, у нас огромное количество людей, ставших инвесторами, и на момент того, как они принимали решение, они не умели ничего делать на компьютере. Боялись нажимать кнопки, то есть их регистрировали их друзья, знакомые и так далее, и помогали им заводить денежные средства. То есть это, скажем так, занимало немножко дольше времени, чем сейчас. Человека такого сейчас можно зарегистрировать, да, прямо при вас. У него будет свой аккаунт, у него в руках может быть сумма наличных денег, который он хотел положить и купить пакет. А в вашем личном кабинете на бонусном счете, например, есть сумма, либо на основном счете, да, потому что, может, вы завели немножко больше, которая необходима для покупки пакета акций. Вы эти деньги можете перевести из кабинета ему, а наличку просто взять. Мало того, это даже вам немножко выгодно, потому что вам не нужно будет осуществлять вывод и терять, скажем так, те проценты, которые, как правило, берут за вывод денежных средств платежные системы. По сути, это вся информация, которую я хотел сказать. Единственная новость, наверное, я сам помню, да? Вот те проценты, о которых я вам сейчас рассказал, да, те уровни, те квалификации, которые есть по маркетинг-плану компании Skyway Capital, уже там в ближайшие несколько часов, либо пару дней, они останутся, но станут лучше. Я просто вам скажу, что у нас добавится еще одна квалификация. У нас увеличится проценты выплат по структуре. Для квалификации, начиная где-то с мастера и выше. Поэтому следите за информацией. У нас следующий вебинар по партнерской программе будет во вторник. Да? Вот. И на ней, я думаю, что мы уже будем рассказывать про новую квалификацию маркетинг-плана, увеличивающиеся проценты. Почему это происходит? Потому что мы сегодня выходим, благодаря нашим лидерам, пришедшим в наш проект буквально там пару-тройку месяцев назад, у нас активно стал развиваться бизнес на территории европейского континента. У нас активно сейчас начинают работать структуры в Восточной, Центральной, Западной Европе. Да? То есть сегодня, вот буквально сейчас, в данный момент, проходит презентация. Ее проводит Инетта Анджина, она проводит ее для французского рынка. Да? И на этом французском рынке ее сейчас переводит переводчик. То есть вот мы вот с утра создали эту комнату, закачали слайды, которые нужны. Но у нас сейчас развивается не только Франция. Это и Венгрия, и Словакия, и Чехия. Вот. Это активно сейчас развивается бизнес в прибалтийских странах. И вы знаете, Владимир Маслов буквально на прошлой неделе проводил презентацию на эстонском языке, если я не ошибаюсь. Вот, может, на финском. Поэтому у нас увеличивается количество мероприятий. Мы начинаем работать активно на рынках, на которых люди говорят на других языках. Да? Тот, кто из вас смотрел последние наши видео-новости, кстати, есть такие, поставьте цифру 1. Тот, кто видел последний выпуск наших видео-новостей, где мы сказали о том, что специалисты нашей компании активно сейчас работают в направлении переводов, да, то есть страниц нашего сайта и личного кабинета на целый ряд ведущих языков мира.
Поэтому мы развиваемся, мы на месте не стоим, технологии развиваются. Но и компания Skyway Capital, она не стоит на месте. Руководство компании душой болеет за то, чтобы вам, нашим партнерам, было комфортно с нами сотрудничать, чтобы вы по максимуму имели инструменты, которые можете использовать, да, в своей деятельности. И всем тем, кто хочет научиться создавать большие партнерские структуры, я настоятельно рекомендую сегодня в 19 часов прийти на вебинар Григория Мирошниченко, на котором он делится своими секретами, причем эти секреты настолько секретны, как я понимаю, что он даже вебинары не записывает, хотя мы его просим все время, чтобы хотя бы было пару записей его кофе-брейков, где он отвечает на вопросы людей, как строить бизнес и так далее, и так далее. Ну, с одной стороны, это нужно, наверное, для него самого, чтобы он со стороны посмотрел, да, как это выглядит. С другой стороны, это опять же реклама, то есть его вебинаров, то есть если вот эти пару вебинаров мы выложим на наш канал в YouTube. Кстати, а все ли здесь, кто находится в комнате, знают, что у компании Skyway Capital есть свой вебинарный канал, на который вы можете зайти, да, и посмотреть записанные в записи вебинары, которые были там на прошлой неделе, на позапрошлой и так далее, и так далее. Вот, вы можете выбрать плейлист того спикера, которого вы хотите посмотреть в записи, да, и выбрать там вебинар по той тематике, которая вас интересует. Есть те, кто не знает, что у нас есть такой вебинарный канал, поставьте просто минус. Это не для того, чтобы вас как-то наказать, там, унизить или что-то еще. Просто если такие люди есть, то я могу вам помочь дать ссылочку в чате вебинара, а вы ее сохраните в каком-то текстовом файле, и всегда у вас будет под рукой. Вы сможете зайти посмотреть наше мероприятие. Судя по всему, нет таких, да, которые не знают. Ну, наверное, это хорошо. Итак, коллеги, если у вас какие-либо вопросы касаемые партнерской программы, вот. Одно хочу сказать, да, вот инструменты, которые у нас есть в виде наших обучающих мероприятий, благо мы вот говорили долгое время, да, на протяжении, наверное, полугода, что у нас появится, скажем так, целая линейка вебинаров, которые будут там вещать информацию наши спикеры в разных направлениях. Сейчас это есть. Было бы желание на этих вебинарах быть, и было бы желание приглашать людей на эти вебинары. Галина, очень здорово то, что вы проводите в Анапе, скажем так, презентацию. У нас сейчас, вы знаете, да, я видел в списке, что к региональным лидерам, да, то есть вы сейчас общаетесь с Ириной Волковой, вот, там будет освежаться, скажем так, все время информация, увеличиваться количество городов, в которых проходят вебинары, живые, точнее, живые презентации. В принципе, я так предполагаю, вот, ну, нагло заявляю, что по большому счету, если вам не то чтобы необходимо, да, а если вы считаете, что вам не помешает присутствие на ваших городских мероприятиях, там хотя бы раз в месяц кого-либо из нашей компании, представителя компании, то по большому счету, я думаю, что это можно организовать. Важно, чтобы на этом мероприятии было, скажем так, людей, порядка там 30-50 человек, не меньше, да, то есть требования мы еще узнаем. Вот. И компания, я думаю, пойдет на то, чтобы к вам кто-то приехал, может быть, выступил на вашем мероприятии, да, может, ответил на какие-то вопросы людей, которых вы приглашаете. То есть данная возможность есть. С одной стороны, это может быть как-то выглядит, типа заказываете сотрудника компании, да, и он к вам приедет и поможет. Вот. Но это именно так, потому что мы готовы содействовать развитию региональных структур, мы абсолютно не чураемся, скажем так, каких-то поездок и помощи. Обращайтесь, мы только за это. Итак, коллеги, если вопросов конкретно по нашим вебинарам нет, хочу сказать, что в разделе «События» в личном кабинете первый пункт, который есть, да, это расписание вебинаров. То есть мы каждую неделю делаем рассылку, сегодня будет сделана рассылка вечером по вашим электронным адресам, которые вы указали при регистрации в нашем проекте, о расписании на следующую неделю. Но у нас есть большое количество инвесторов, которые почему-то это расписание на почте найти не могут. Специально для этого в разделе личного кабинета введен пункт расписания вебинаров. Мало того, по каждому мероприятию там есть ссылки, и прямо оттуда вы можете скопировать ссылку и зайти на интересующий вас вебинар. Спасибо вам большое за внимание. Вот, отличной вам всем весны. Я знаю, что вот у Галины в Анапе наверняка там не меньше 10 градусов и красивое солнце и море. Вот. Приходите на наше обучающее мероприятие, приглашайте ваших партнеров. Всегда рады с вами работать, совместно трудиться во благо того, чтобы технология была реализована и чтобы мы все с вами стали успешными людьми. Вот. И могли на сегодняшний день еще поделиться данной возможностью с теми, кто нас окружает. Если мы это сделаем, мы сделаем хорошее для себя, мы сделаем хорошее для Юницкого, мы сделаем хорошее для окружающего нас мира, в котором живем, благодаря внедрению технологий. И мы можем сделать очень классное, скажем так, предложение и создать очень хорошую ситуацию в жизни наших родных, близких, друзей, знакомых, если предложим данную возможность.
Вот представьте себе ситуацию, 17-й год, технология вышла в свет, как это и планировалось, да? Началось строительство дорог, там год-два, и мы начинаем получать дивиденды, и вокруг вас появляются, скажем так, серые злые лица ваших родных и близких, которым вы даже не подумали сказать о том, что была такая возможность. Поверьте, вам будет очень неудобно в этой ситуации. Но если вы говорили и вам сказали, что это все фигня, по крайней мере, у вас совесть чиста. Согласны? Вот и все. До новых встреч на наших вебинарах. Спасибо еще раз за внимание.